Всем привет! В эфире Пятого канала программа о спортивной жизни Караганды «Держи 5 на пятом». Поехали! Спортивная жизнь страны и региона по-настоящему кипит. Начнем с обзора основных событий. Мы предлагаем вашему вниманию ленту новостей. В польском городе Торунь караганинские спортсмены завоевали приз международного турнира по мини-футболу, выступив на чемпионате СНКАП 2023. В числе соперников 36 команд, воспитанники психоневрологических домов и интернатов из разных стран мира. Казахстан на соревнованиях в Польше представляли всего две команды – карагандинская и алматинская. Наша завоевала второе место, уступив хозяевам поля. Хотя за главный приз международного турнира боролись еще представители Германии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии. В общем, всего 36 команд. С 2019 года мы начали готовиться к этому международному турниру «Синий кап». Он проводился у нас сначала в Караганде, был областной турнир, потом республиканский проводился в городе Алмате, где мы заняли главный приз – это участие в международном турнире в городе, Республике Польша, в городе Турынь. Быстрее, выше, сильнее. Ко дню семьи в Центральном парке состоялся фестиваль спорта. В течение лета спорт для большей части населения был доступен в нескольких шагах. На дворовых площадках инструкторы проводили занятия по йоге, фитнесу, зумбе, упражнения общей физической подготовки, делились интересными фактами о здоровье человека. Присутствуем на подведении итогов проекта «Спорт в каждый двор». Данный проект проводится второй год подряд при поддержке акимата города Караганды, также при активной помощи стадиона «Шахтер». По сравнению с прошлым годом результаты намного более улучшены, скажем так. Если в прошлом году было задействовано только 24 двора, это 24 спортивные площадки, то в этом году уже задействовано 40 спортивных площадок нашего города, в которых приняло участие более 5000 наших горожан. Проект «Спорт в каждом дворе» не ограничил возрастной контингент. Самому маленькому участнику 7 лет, самому старшему любителю спорта 95. Активные участники, которые всей семьей взяли от проекта массу полезностей, получили абонементы в оздоровительные комплексы и тренажерные залы города. В Караганде прошел чемпионат Казахстана по дзюдо. Двухдневное первенство провели в стенах спортивного комплекса имени Каната Байшулакова. В чемпионате участвовало свыше 340 дзюдоистов из всех регионов страны. Среди них 21 представитель Караганинской области в возрасте до 23 лет. Многие из них уже успели показать себя на различных соревнованиях. Я хочу пожелать всем успехов, пусть победит сильнейший. Этот как раз чемпионат выявляет сильных ребят, которые перейдут завтра в взрослую сборную. Поэтому очень важный чемпионат среди молодежи. Призеры чемпионата Казахстана в дальнейшем войдут в состав национальной сборной по дзюдо. Эти ребята и девушки получат возможность выступать на международных соревнованиях. Шахматный караван прибыл в Караганду. Целью визита стала популяризация древней игры, а также выявление лучших шахматистов, кто примет участие в турнире 10 ноября в городе Туркестан. Проект реализуется при поддержке генерального партнера Freedom Broker. Компания способствует развитию шахмат в регионах. Великий шелковый путь стал ключом вдохновения к созданию проекта. Ведь наряду с торговлей он нес в себе культурное и спортивное наследие по всему миру. В Карагандинском университете Букетова состоялось торжественное закрытие турнира по мини-футболу на Кубок ректора Букетов Юниверсити 2023. В соревнованиях приняли участие 12 команд из числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников, докторантов и студентов вуза, а также легионеры и гостевая команда «Кастелерадио». Директор последней организации решил сыграть за физико-технический факультет, чтобы поддержать ребят. Игра отличилась тем, что в данные участников команды вошли не только легионеры, как ежегодно, но также вошли студенты нашего факультета. То есть сейчас мини-футбол объединил студентов и преподавателей, да? Да, абсолютно верно. Данный вид спорта дал как бы корпоративный дух. С погодой футболистам повезло. Матч был напряженный. В этом году призовой фонд турнира составил более 1 000 000 тенге. Болельщики с увлечением смотрели за игрой однокурсников и преподавателей. Молодые люди подсказывали, куда лучше пасовать мяч и когда бить по воротам. Этим видом спорта могут заниматься от малого до великого. Он воспитывает спокойствие и дисциплинированность. Тхэквондо – вид боевого искусства, не знающий себе равных по мощности и эффективности техники. Так в чем же его смысл, расскажет моя коллега Тамирис Тлеугабылова.
Мы пришли в областную федерацию по тэквондо, а именно олимпийского вида спорта, чтобы узнать, что такое тэквондо и что оно обозначает. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое тэквондо? Тэквондо ВТ – это олимпийский вид спорта, родом из города Сеул, Южной Кореи. Это корейский вид спорта, южнокорейский вид спорта, который начинает свое существование с 1958 года. Также в городе Сеул начали южнокорейцы тренировать тэквондо. В целом это было обширно просто вид спорта тэквондо, но с 1973 года тэквондо ВТ как олимпийский вид спорта начал развиваться уже в мировом рейтинге, уже по мировому масштабу. По сегодняшний день у нас тэквондо развито более чем в 192 странах мира, поэтому очень обширный охват идет. По 1988 года тэквондо ВТ входит в олимпийскую программу по всему миру. Как мы знаем, перед каждым занятием обязательно делают разминку. Так ли это? Так и есть. У нас тренировки начинаются, во-первых, с приветствия. То есть дети, спортсмены приветствуют своего тренера, а также тренер приветствует своих учеников. После этого начинается разминка статическая, то есть это разминка на месте. Начиная от шеи, заканчивая до носочков, мы разминаем все. После этого у нас проходит беговая разминка динамическая, а также дальше идет уже практические занятия. Для начала первый этап – это приветствие, да? Да. Что мы делаем, как мы делаем это все? Для приветствия у нас есть команда «Чарёк», это означает «стоять стойко смирно». Угу. Ноги вместе, руки по швам. Также есть команда «Кюне», это означает «поклон тренеру», также тренеры спортсмена. Угу. То есть не сильно низко, да? Средняя, да, такая? В Южной Корее практикуют несколько, в целом по восточным странам мира, практикуют три вида поклона. То есть это повседневный поклон, это небольшой поклон головой и телом. Это приветствие любых прохожих и знакомых. Есть поклоны ниже, то есть еще больше наклона телом, это поклон для уважаемых людей. А есть еще уважаемые и старшие люди, и также тренера, для них делаем самый низкий поклон, это больше 45 градусов. Так, давайте попробуем. Руки. Руки вместе, ноги вместе, также. И по 45 градусов уклон телом и голову по 45 градусов. Все верно? Все верно. Следующий этап, что у нас идет? Также у нас дальше идет разминка, то есть ставим руки по бокам, начинаем от шеи до носочка разминать. Тогда упражнения, да? В целом, да, но переходя к ногам, это уже идут именно с уклоном для тэквондо. Дальше таз, можно ориентироваться по линии, и колени не вокруг, не в сторону, а именно ровно вперед, и садимся, то есть без уклона спины вперед. Спина должна быть ровной, да? Спина должна быть ровной, то есть почувствуйте, как будто вы сидите в седле. То есть рука выставляется вперед, правая рука на пояс. И также меняем руки вместе, и удар идет от кулака двумя крестами. Угу. Берем раз, я делаю удар, а вторую руку сразу к себе затягиваем. Так, рука сразу на вот так стоит? Рука выставляется так и сразу выворачивается и на пояс. Все. Раз, удар. Два, удар. В момент удара делаем вращение рукой и выставляем вперед. Так, давайте, чтобы не плечи. Все, параллельно, чтобы не выводить равновесие. Все, параллельно, садимся на ноги, левую руку вперед, правую руку на пояс и меняем руками. Раз, два, три, четыре, пять. Правильно? Шесть. Все верно, только вперед так, кисти полно. Вперед. Это сильно много. Вот так. И правую ногу немного можно потянуть себе для большего равновесия. Руки держим при себе уже и да. Не выставляя вперед. Руки при себе, плашки сжимаем. И есть ап-чаги. То есть чаги – это удары на ноги. Вперед, толчковый удар идет. От колена идет вперед. Раз, два. То есть это можно использовать для самозащиты и также для здоровья спальни. Берем раз, два. Еще раз. Выставляем колено. Удар. Собираем. Так, выставляем колено. Удар. Выставляем. Удар вперед, да. Еще раз. Идет. Раз, два. Раз, два. Руку не выставляем. Руки на месте. Руки на месте. Закидываем, давайте повторим. Колено. Удар. Удар. Стойка. Стойка.
колено, удар, только. Все удары крестного у нас идут с колена, знаете, то есть сначала будет с колена. То есть мы делаем удар вперед, выставляем сначала колено, удар, собираем снова вперед и стойка. Также есть удар в сторону. Выставляем колено, в сторону, удар, собираем и стойка. Так, колено. Колено. Колено выставляем, поворачиваться на бок. Полностью поворачиваем. Да, ногу вперед, колено вперед. Туда. Да, колено вперед. Да. Выносим удар, собираем колено и на место. То есть как это выглядит? Выставляем колено, выносим ногу, удар. Собираем. Сейчас еще раз давайте. Выносим колено. Выносим колено. Поворачиваем в сторону удара. Колено ровно стоит. Удар. Собираем ногу. И все, два удара на сторону. Если это удар, то он будет один, два. До этого делали удар вперед. Можно сказать, что уже похоже. Только что нам показали небольшой мастер-класс по тхэквондо и обучили небольшим основам. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Спорт Караганды имеет богатую историю и традиции. В рубрике «Дата в истории» Рушан Бараев вспомнит яркие события прошлого. 1962 года. Карагандинская футбольная команда «Шахтер», выступая на чемпионате Советского Союза среди команд класса «Б», досрочно завоевала первое место. На днях команда одержала 11-ю победу подряд. Это редкий случай в розыгрыше первенства Союза. Наибольшее количество голов на счету Геннадия Костюченко, Вениамина Чувакова и Эдуарда Авакова. Их ассистентами не раз становились Николай Сергеев, Рафаил Сарумов и Виталий Федоров. Прекрасно защищает ворота «Шахтера» мастер спорта Гелий Шершевский. Сентябрь 1965 года. Состоялся товарищеский матч между командами «Шахтер» и сборной ветеранов футбола СССР. Среди героев отгремевших футбольных битв карагандинцы увидели знаменитого голкипера Хомича, блистательного Игоря Нетта, некогда отличных футболистов Исаева, Мамыкина, Емышева и других. Игра прошла с преимуществом карагандинских футболистов, сказался возраст ветеранов. В первом тайме горняк Алябьев послал головой мяч в ворота, защищаемые Хомичем, а во втором тайме Храповицкий точно пробил в угол. Итоговый результат 2-0 в пользу спортивной дружбы. Сентябрь 1965 года. Впервые на крупном международном соревновании в Румынии к боксерам шахтерской Караганды пришла первая спортивная слава. Они завоевали 3 медали турнира «Олимпийские надежды». Золотую завоевал карагандинец Владимир Мусалимов. Бронзовые медали получил студент Карагандинского политехнического института Казбек Ашляев и учащийся индустриального техникума Геннадий Нахин. Они оба являются мастерами спорта СССР. Теперь победители турнира будут участвовать в розыгрыше Кубка Европы. В сентябре 1978 года большим событием в спортивной жизни стал приезд в Караганду сборной команды профсоюзов Мексики по футболу. Хорошей технике и виртуозному владению мячом мексиканских футболистов игроки «Шахтера» противопоставили быструю и динамичную игру. Встреча закончилась со счетом 6-1 в пользу горняков. Лучшим игроком в составе «Шахтера» признан защитник Серик Аширбеков. В сентябре 1981 года 19-летний динамовец из Темиртау Юрий Кис впервые среди казахстанских пловцов завоевал звание чемпиона Европы. Он победил на проходящем в Югославии первенстве континента в финальном заплыве на 100 метров брасом, финишировав через 1 минуту 3,44 тысячных секунды. В сентябре 1982 года большим событием в спортивной жизни Караганды явился приезд в наш город футбольной сборной Корейской Народной Демократической Республики. На стадионе «Шахтер» состоялся матч дружбы. Карагандинские футболисты повели в счете на 12-й минуте, когда после передачи с правого фланга Николай Игамбердиев точно пробил в нижний угол ворот. На 35-й минуте Александр Жаворонков забил второй гол. Во второй половине встречи футболисты КНДР перехватили инициативу и за 15 минут до конца матча сравняли счет. В итоге боевая ничья 2-2. В сентябре 1986 года Владимир Муравьев стал чемпионом Европы. В Штутгарте сборная Советского Союза выиграла чемпионат континента по легкой атлетике.
В составе сильнейших спортсменов страны удачно выступил и наш спринтер. К спортивным трофеям заслуженного мастера спорта, медалям чемпиона Олимпийских игр, призера Кубка Европы, чемпиона мира добавилась еще одна – золотая медаль чемпиона Европы. В сентябре 1990 года футболистка карагандинского «Олимпа» Разия Нуркенова в составе женской сборной СССР выезжала во Францию и сыграла два товарищеских матча с национальной сборной этой страны. В 1991 году в Китае пройдет первый чемпионат мира среди женских команд по футболу, и эти игры стали своего рода проверкой на прочность для сборной СССР. Наши футболистки выиграли первый матч 2-1 и сыграли в ничью 0-0 вторую игру. Карагандинка Разия Нуркенова показала в этих встречах хорошую технику владения мячом. 6 сентября 1992 года войдет в историю карагандинского хоккея как день первого матча автомобилиста в высшем хоккейном классе, именуемом розыгрышем Кубка Межнациональной Лиги. Первым соперником нашей команды стал Новокузнецкий «Металлург». Оба матча наша команда проиграла – 1-4 и 3-4. Лучше всех в стартовых играх показал себя 30-летний защитник карагандинской команды Сергей Петров. Футбол – это жизнь. Любовь и страсть детей к данному виду спорта легко объяснима. Эффектность движения, азарт в игре, стремление показать свое превосходство. У тех, кто увлекается футболом, есть любимый кумир. А кто занимается этим спортом, желает сам стать чьим-то кумиром. О начале карьеры маленьких футболистов расскажет Дарья Чеканина. Первые шаги в футболе у детей начинаются, как правило, не с поля, а с простой заинтересованности. Спустя время увлечение популярнейшим видом спорта постепенно становится уверенностью в призвании. В областной специализированной детско-юношеской школе «Жастар» совершенствуют себя 1200 юных футболистов, а 24 тренера открывают детям дорогу к большому футболу. Ну, сначала играл в «Сарани», потом заметил тренер. Мои планы – стать профессиональным футболистом, мечта – попасть в Европу, играть там. Высокие амбиции, пусть с некоторой скромностью, способны привести ребенка к заслуженным достижениям. Уже как 8 лет Станислав умеет владеть мячом. В Оздюшор попал 2 года назад. Сейчас он, как и его группа, гордость региона и родителей всей команды. Для меня команда детей – это моя семья вторая. То, что мне дают дети – это энергию, это силы быть даже мне лучше. Поэтому все, что я могу для них где-то помочь, подсказать, я всегда с ними рядом, стараюсь ездить на все поездки, потому что лучших воспоминаний за всю жизнь, наверное, и не придумать. Тренируются юные, но точно не начинающие спортсмены, не жалея сил и времени. 3 раза в неделю и, что бывает, часто утром и днем. Группа тренеров Олега Викторовича и Адилета Каликеновича – ребята 2009 года рождения. Что не выездной турнир, то обязательно чемпионство или призерство. Тренеры питают искреннюю надежду побывать с воспитанниками на крупнейших чемпионатах и, конечно, увидеть их на трансляциях мировых матчей. В 2021 году по большому футболу в городе Чимкент они стали чемпионами Казахстана. В 2022 году стали вторыми призерами. Серебряными призерами в городе Чимкент также повторили финалистами. А в этом году, в 2023 году, в январе, по футзалу в городе Караганда прошел чемпионат Казахстана среди футзалов. Они стали чемпионами Казахстана. Тренировка юных футболистов начинается с обозначения тренером плана. Далее идут разминка и растяжка. В основной части спортсмены отрабатывают удары со стандартных положений, угловые и штрафные, розыгрыш аута и другие моменты футбола. Акцент делается на игровые и тактические тренировки для улучшения навыков командной игры. Тренер дает установку, разминка, там уже по установке. Ведение с мячами, ударная работа. И в конце может быть там игровая тренировка. Там 5 на 5, 10 на 10 они могут поиграть. Игра укрепляет мышцы, повышает быстроту реакции, уровень выносливости и окситоцина. Футбол объединяет детей не только на поле. Ребенок, отдав сердце этому виду спорта, будет преданным ему до конца. Помимо соревновательного азарта, для детей футбол – это также целая жизнь. Детки все сплоченные. Коллектив дружелюбный, тренер шикарный.
Все, что он дает, это большой плюс не только в футболе, но и по жизни. Потому что футбол – это не только развитие физического плана, но и психологического. Умение поддержать друг друга, умение услышать друг друга, умение слышать тренера не только как преподавателя, но и как человека. Он учит их доброте, состраданию, уважению. Это очень важно. Путь руки и кулака. Тхэквондо – корейское боевое искусство, включающее систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия, появившееся более 2000 лет назад. Сегодня популярно во всем мире. Интенсивно им занимаются и в нашем регионе. Огромная заслуга в этом принадлежит президенту Карагандинской области по тхэквондо ВТ и тхэквондо ВТ Сурда Ищанову Руслану Ертаевичу, герою рубрики «Наставник». Нам всем, как старший брат, ну, кто постарше, ребята, а многим, поверьте, и родного отца заменил. Будем говорить такой, сердобольный ко всем. Как бы любую букашку, косточку пожалеет. Он, ну, строгий, как и должно быть. Он всегда, знаете, был очень человеком таким, немногословным, креативным. Мы его называем Сабомним, он нам как второй отец. И все это про одного человека, руководителя Карагандинской областной федерации ВТФ, Ищанова Руслана Ертаевича. Рука, которую вы уже будете отрабатывать рукой, потом ногой, правильно? Соответственно, вошли в зону, пробили, потом добавляете. Так? У кого не получается, не успевает, или кат ногу выставляет неправильно, значит, можете потом сделать. В зону дошли, пробили, добили. Понятно? Поехали. А также вырабатываете и формируете скорость мышления, интуицию, умение управлять своим телом и эмоциями, характер, дисциплину и волю. Тхэквондо – путь настоящего воина, который стремится к совершенствованию тела и духа. Не просто спорт, а целая жизнь, посвященная борьбе с самим собой. Тхэквондо – ярость в глазах, храбрость в сердце и доброта в душе. Для того, чтобы им овладеть, нужны годы, чтобы научить массы терпения и выносливости. Но результат стоит того. Вы наблюдаете мастер-класс карагандинских тхэквондистов, обучающихся у Сабомнима Руслана Ищанова, человека, для которого тхэквондо – это жизнь, а жизнь – это тхэквондо. Я вот даже хожу, до сих пор хожу на разные турниры, которые проходятся в Астане, в Алмате, любые виды, борьба, дзюдо, там. Все зависит от финансирования, кто как проводит, понимаете, зрелищность, красочность, там, оформление. Поэтому вот учимся, до сих пор учимся. Я уже 29 лет тренирую и провожу, и говорю, все равно я ухожу, учусь, смотрю. Чтобы зрители радовались победам своих земляков, ведь сегодня Карагандинская область в лидерах по победам и завоеванным медалям как тхэквондо ВТФ олимпийского вида, так и ITF, GTF, Джунри, ITF. Нам уделяется большое внимание со стороны Министерства спорта, Комитета по спорту, Управления спорта нашей области. Все уже у нас в нашу систему вошли, имеют понимание. Давайте и мы поймем, как стараниями одного человека добиться высоких результатов, почета и уважения как карагандинским тхэквондистам, так и к их сабомниму. Руслан Ищанов родился в 1977 году в Лебяжинском районе Павлодарской области в рабочей семье железнодорожников. В поселке Красор, куда семья переехала после рождения Руслана, наш герой с нулевого класса начал заниматься борьбой в казак-кюрюсе. За все время он ни разу не взял второго места, а лишь побеждал на районных, областных и республиканских турнирах. Спустя годы за свои успехи он благодарит первого тренера Марата Ермекбаева за выдержку, настойчивость и терпение. Ну вот он дал нам закалку, очень хорошую дал, очень техническую базу нам хорошо поставил. И вот наша команда даже с одного маленького поселка, где там, грубо говоря, 30 домов всего, частных секторов всего. Вот тут мы в районе, в области и в республиканстве выбирали медали, первые, вторые, третьи места.
И хоть места были почетными, но каждый день Руслан мечтал заниматься одним из самых популярных в то время спортом, великим искусством самозащиты – карате. Но как им заниматься, когда нет ни секции, ни тренера, да и пособий никаких? Зато были друзья, которые подсказали начинающему борцу выписать себе книгу из Москвы «Путь солнца». Цена – 10 рублей, довольно большая для того времени. Благо, с 6 класса в поселке разрешали подрабатывать. Вот и наш герой на протяжении нескольких лет записывался на обогатительный карьер, добывающий кварцевый песок. Итак, копил деньги на свою мечту. Больше как вдохновление получил того, что то, что я мечтал, я получил. В 9 класс Руслан пошел в экибастузе. В знаменитом городе Рудников Ищанов познакомился с еще одним самобытным боевым искусством – муай-тай или тайским боксом, техника ударов коленями и локтями которого уникальна и не имеет аналогов в других единоборствах. Тренировки были жестокие. Наказывали палкой. Удар пробили, загнулся, подчесался, там, погладил, если больно, сразу наказание. Вот так вот было. По окончании 11 класса Руслан поступает в Карагандинский политехнический институт имени Владимира Ильича Ленина на специальность «Маркшейдерское дело». Но встреча с теодолитами и нивелирами не впечатлила Ищанова, и после 5 лет обучения он поступает на юридический факультет КАРУ имени Букетова, где параллельно с этим знакомится с единоборством, изменившим всю его жизнь. Друг у меня один занимался тхэквондо, он то же самое после кикбоксинга. И вот он привел, и есть такой директор этой школы, он тоже сейчас президент Карагандинской областной федерации тхэквондо. Кагай Валерий Савельевич по ИТФ только. Он не олимпийское направление тхэквондо. Вот. И он, будешь работать тренером. Знаменитый Валерий Когай уже тогда видел потенциал молодого Руслана. И сегодня с гордостью называет Ищанова своим учеником. Он всегда, знаете, был очень человеком таким немногословным, креативным. Он всегда, знаете, у него было масса энергии. Просто хорошо, что в какой-то период времени он попал, скажем так, в те руки, где мы направили эту энергию в нужное русло. Так путь солнца Ищанова начался со знакомства олимпийского тхэквондо ВТФ. Он начинает ездить в Алмату, уже с Казган, брать советы у тогдашних покорителей Додянга, а затем и в Пакистан, Индию и, наконец, родину тхэквондо, Южную Корею, где Ищанову предстояло познакомиться с потомками первооткрывателей этого единоборства, увидеть Сеул и знаменитый Кукивон. Корейцы очень дисциплинированный народ. Если ты пришел, поужинал с мастером, там, 9-й дан, 8-й дан. И он говорит, завтра я в 7 утра к вам заеду, и мы поедем там на море, допустим. Если ты опоздал на одну минуту и не вышел, не встал, ну, то будет, здороваться не будет. Это вот конкретно, я вот, мне до сих пор привычка выработана, я всегда приезжаю везде, где мне назначили встречу, заранее. С 2000 года, года признания тхэквондо олимпийской дисциплиной, Ищанов проводит все официальные старты в Караганде. Первый чемпионат Казахстана среди детей и юношей, когда в спорткомплексе приезжало до 900 человек, и двухдневные соревнования на двух коврах проводили до 2:30 ночи. И здесь нужно понимать, что к тому времени тхэквондо считался новым спортом на постсоветском пространстве. Определенной техники, как в боксе, дзюдо или вольной борьбе, не было, а 99 спортсменов приходили из карате, ушу или кикбоксинга. Но эти трудности не сломили нашего героя. Наоборот, закалили. И сегодняшний список титулованных спортсменов Ищанова тому подтверждение. Мое первое поколение по ВТФ тхэквондо, практически все стали чемпионами республики по взрослым. Касымкулов Дархан, Ситмуратов Аслан, Нукиштаев Арман, Зимхан Умаров, тоже самый многократный чемпион Казахстана. На сегодняшний день у нас в национальной сборной одна девушка только. Именно с Карагандинской области. Это среди здоровых. Сегодня у Ищанова Руслана Ертаевича есть международная квалификация по Центральному Казахстану до 5-го дана. Чтобы проводить аттестацию черных поясов и профессия опытного наставника Сабомнима, который желает своим ученикам только побед, как над противником, так и над самим собой. Это, грубо говоря, большая первая профессия любого нашего спортсмена. Если он получает, становится обладателем черного пояса, получает международный сертификат Кукивон. Да, он в базе данных в Корее в Кукивоне есть. Во-первых, будет разрешение. Но для этого нужно постараться, овладеть техникой кируги, спаррингом с противником, хапкидо,
исполнена контактным рукопашным боем, разбиванием предметов, пумсе, комплексом формальных упражнений и прыжковой техникой. У нас полностью электронная система для судейств. По большому счету, эти судьи, которые решения принимают, сейчас их практически нет. Все выставляет компьютер через Bluetooth. Соответственно, у нас одеваются носки, перчатки, все на магнитах. Шлема электронные, сенсорные, жилет полностью сенсорный, футы сенсорные, ну, перчатки сенсорные. Соответственно, работают, пробивают определенные килограммы по мощности удара ногой или рукой. Соответственно, через Bluetooth компьютер фиксирует баллы. Если вы считаете, что этим функционалом может овладеть лишь здоровый человек, вы ошибаетесь. Ищанов Сабомним опровергает это предположение с 2017 года, когда он стал тренировать спортсменов с нарушением слуха. Сегодня эти ребята – олимпийские чемпионы. Аян Абдраш, Елена Салмина, Даулет Джакаев, Виктор Фрундин. Гордость региона и восхищение республики. У нас есть очень хорошая программа акима области Карагандинской. Есть зарплата спортсменам, начиная с кадетов, юношей, юниоров, взрослых. Когда спортсмену 14-15 лет, он получает уже 80 тысяч тенге в месяц. Это уже помощь, понимаете? Уже сейчас дети это очень серьезно воспринимают и уже считают, как это работа. И воспитанники Руслана Ертаевича оправдывают эти перспективы усилиями, выносливостью и верой в себя, которая подкрепляется ежедневными словами поддержки их тренера и его коллег. Говорить такой, сердобольный ко всем. Как бы любую букашку, косточку пожалеет, будем говорить так. Некоторые, ну, я не злословлю так, вот тренера-то прошел, не заметил. Он же как-то обратит внимание, всегда спрашивает, как дела, у меня как дела. Мы его называем Сабомним, он нам как второй отец. Сабомним в переводе с корейского означает учитель. То есть он нас учит не только тайквондо, а в целом, как вести себя по жизни и что, какие цели ставить перед собой. Сам наш Сабомним как человек, он очень целеустремленный и очень строгий в отношении именно спорта. Как у тренера он, ну, строгий, как и должно быть у тренера. Ну, на тренировках не дает расслабляться. Если пропускаешь, там наказания будут. Потому что если распускать учеников, то это, сами знаете, они потом расслабятся и ничего не будут делать. А помимо тренировок, он очень добрый человек, всегда помогает, всегда нам подарки делает. Нам всем, как старший брат, ну, кто постарше, ребята, а многим, поверьте, и родного отца за ним. Человек идейный, наверное, самый большой фанат, которых я знаю, тайквондо. Очень сильно болеет за этот спорт, все делает для него, старается, всеми силами тянет ребят, помогает. Говорят, тайквондо – достойный путь для мужчины, чьи глаза пылают яростью, но в душе теплота. Это выражение вполне можно отнести и к нашему герою, заслуженному мастеру, не перестающему ставить перед собой цели. Ну, лично я все, что в Казахстане можно получить, предел тренера. Я прошел все. Я получил все награды, я получил все заслуженные там, эти звания, всякое такое. Все получил. Ну, как бы признание как тренера. Соответственно, я сейчас воспитываю молодежь, чтобы шли по моей линии, потому что я считаю, что моя линия, она нормальная. Время побеждать, трудиться и совершенствоваться на благо себя и окружающих. И неважно, тайквондист ты или каратист, спортсмен или заводчанин, главное – быть человеком. На этом все. Это была программа «Держи 5 на 5». Всего вам спортивного. Увидимся!